Продолжаем тему с Игорем Романенко, основателем благотворительного фонда «Закроем небо Украины». Игорь Александрович, здравствуйте. Добрый вечер. Игорь Александрович, слышите нас? Добрый вечер. Да, слышу вас. Добрый. Только что у нас в эфире был сюжет о самолете, который оккупанты начали использовать в войне против Украины, М-55, геофизика, который может подниматься до высоты 21 километр. Хотелось бы узнать ваше мнение, кстати, как опытного ПВОшника в прошлом. Какую угрозу этот самолет представляет для украинских войск и что с этим сделать? Можем ли мы его уничтожить? Да, этот самолет не имеет программу стелс-невидимки, то есть на такой высоте скорости тоже его сравнительно небольшие. Поэтому на такой высоте он может быть уничтожаем комплексами, такими как ИСТ и НАСАМС. С-300 могут работать, и для них будет это являться вполне реалистичной целью в зоне поражения. Предварительно так, если там не будет дополнительно. Но, видите, ставят оборудование противолокационное. Возможно, это будет влиять, то есть постановки помех какие-то. Но, может быть, уменьшать дальность его обнаружения с сопровождением и уничтожением. Но в целом, на мой взгляд, это воздушная цель, по которой вполне могут работать такого рода комплексы. А скажите, пожалуйста, он заслуживает того, чтобы на него охоту объявили? Большую ли он опасность представляет для украинских военных? С учетом того, что есть все-таки современные разработки, и оккупационная российская армия ими пользуется, это и их разработки, и какие-то китайские. А тут вот из советского прошлого какая-то геофизика. А вот если сравнивать с тем, что еще есть, насколько это серьезный аппарат? Но мы знаем по опыту войны, который уже почти 2 года, что летательные аппараты разведные, которые осуществляют разведку и дают координаты, это очень важный элемент в работе разведно-ударного комплекса в принципе и противника в данном случае. Поэтому это заслуживает того, чтобы такое средство уничтожалось и снижался потенциал нанесение ударов по целям на территории Украины, как и другие средства воздушного наблюдения. Просто их небольшое количество рабочих, насколько я понял, всего 2. Они проводят как раз испытания для того, чтобы понять, каким образом и насколько эффективно можно будет его использовать. И от этого будет зависеть, насколько он опасен. Что со средствами противовоздушной обороны у врага? На этой неделе Минобороны Великобритании в своем обзоре отметила, что потери ЗРК большого радиуса действия С-400 и С-300 вынуждают российские оккупационные войска перебрасывать такие комплексы с других локаций. Насколько ослабляется защита в тех местах, откуда берут эти комплексы, да? И вот вообще, если по цифрам, за время полномасштабного вторжения известно о 566 случаях уничтожения, повреждения или затрофеивания российских средств ПВО. Цифры очень впечатляющие. Насколько они разгромны для Российской Федерации? Можно взять пример по Крыму, например. Судя по тому, что они все равно выполняют задачи с противовоздушной, противоракетной обороны, значит, просто разрушающие, назвать эти потери для них не стоит. То есть комплексы очень широкого спектра выпускает Российская Федерация. Конечно, ущерб существенный нанесен, но для того, чтобы пополнять, во-первых, они наладили производство в военное время круглосуточное по всем и особенно таким наиболее эффективным видом вооружения, к которым, безусловно, относятся зенитно-ракетные комплексы. Кроме того, перебрасываются из-за Урала, фактически с севера,
России достаточно большая, в частности, с Дальнего Востока. Известны случаи, когда, например, С-300 комплексы перебрасываются, те, которые должны были выполнять задачи с японского направления, и передислоцированы район ведения боевых действий для прикрытия объектов, поскольку средств таких не хватает. И если мы слышим о том, что наши средства нанесения удара, такие как Storm Shadow, Scalp, теперь уже и Атакамс достигают цели, это говорит о том, что задачи по противовоздушной и противоракетной обороне не выполняются в полном объеме российскими средствами. И в ходе боев они несут все больше и больше потерь. Средства нанесения ударов, о которых вы говорите, иностранного производства, это, к счастью, не единственное, что есть у Украины. Украина и сама производит кое-что, а возможно и многое даже, мы не обо всем знаем. На днях глава Укроборонпрома Герман Сметанин заявил о том, что в серийное производство запущен новый украинский дрон, способный лететь на расстояние до 1000 километров. Тут важно расстояние 1000 километров и то, что он запущен в серийное производство. Расскажите, может, вы об этом что-то знаете, дроне, и насколько важно вот то, что такие средства поражения в Украине начинают производить? У нас поставлен уже на поток дрон, близкий к характеристикам Шахеда 136-го, а также еще более мощного, который способен летать на дальности около 1000 километров. То есть это лучшие показатели, чем у Шахеда. И это очень важно, это принципиально, потому что можно посмотреть по карте, куда он может доставать. Теперь весь вопрос в том, чтобы поставить на поток, то есть наладить производство большого количества таких средств, и также, чтобы это средство могло быть устойчиво к воздействию средств радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронного подавления противником, то есть чтобы в условиях действия такого рода средств наш беспилотный аппарат мог выполнять успешно задачи. Кроме того, у того же Германа Сметанина есть информация относительно того, что продвинута существенно работа по комплексу Сапсан или Гром-2, и это очень важно, поскольку оперативно-тактические характеристики, по крайней мере, те, которые закладывались, и те, которые получали в результате испытания, они выглядят лучше, чем «Искандер» российский. Ну, в свое время арабы и выбрали его вот на этом конкурсе между таким средством, как «Искандер» российский, китайским и нашими характеристиками по Сапсану, который на продажу, значит, имеет название под Гром-2. И другой вопрос, что с субсидированием у нас и финансирование прекращалось. И тут было и воздействие россиян, да и наши представители пятой колонны делали все, что по тем или иным причинам, то есть финансирование, какие-то организационные вопросы проводили, закрывали его периодически. То есть, в целом, это ведется на программу чуть ли не 20 лет. Я надеюсь, что дело к завершению, и испытания уже будут проводиться по боевому, по объектам Российской Федерации. И это очень важно и принципиально. И мы помним, что президент говорил о том, что ракетный комплекс уже испытан на дальности 700 километров. То есть, здесь у нас есть перспективы. «Нептун», который модернизирован как комплекс, теперь уже «Земля-Земля», с предыдущего варианта «Земля-корабль». Ну, и идут другие. Целая программа у нас имеется ракетная. Она успешно реализуется. Вопрос в том, чтобы ускорить время разработки и внедрения. И опять-таки поставить все это на поток для того, чтобы как можно больше делать у нас образцов, которые бы передавали Силам обороны Украины.
Ну и пока мы, конечно, очень надеемся на массовое производство украинских дронов. Ведь и Залужный в своей статье в «Экономист» говорил о том, что приоритет для изменения ситуации – это именно изготовление собственных дронов. И многие аналитики говорят о том, что победу в этой войне одержит та сторона, у которой будет преимущество в беспилотниках. И здесь тогда хочется уточнить, а что с потоком производства у россиян? Помогает ли им Иран на сегодняшний день? Какие у них возможности по производству дронов? Когда мы выйдем на, ну, не, даже не на паритет, а на преимущество производства дронов над Российской Федерацией? Мы имели это преимущество в прошлом году по применению FPV, например, дронов. Но россияне нарастили существенно производство дронов. Они выпускают сейчас уже десятки тысяч этих аппаратов. А у нас только к концу этого года выйдем на результаты, которых у россиян есть. Поэтому для нас вопрос не столько в количественном показателе, хотя они важны, а в том, чтобы это и в принципе Российская Федерация ресурсное государство, и которое имеет большие показатели в этом смысле, чем наша. И поэтому наш путь развития и путь борьбы заключается в том, чтобы бороться за вооружение с качественными показателями. То есть нам надо иметь с хорошими характеристиками эти дроны, и которые бы могли выполнять задачи, мы уже мельком говорили с вами об этом, в условиях действия средств радиоэлектронного подавления противника. И имея свои средства подавления, они таковые есть и у союзников, и они поставляют там небольшие, к сожалению, количество. Есть наработки и у нас отечественные. Опять-таки вопрос в том, чтобы как можно быстрее, значит, наладить производство в больших количествах. И вот в сочетании наших дронов, устойчивых к системам радиоэлектронного подавления противника, наших дронов в таком виде и наших средств подавления беспилотников противника с земли и с воздуха, мы будем получать нужный результат в этой борьбе. Ну и долгожданная новость пришла. Президент Зеленский сообщает, что первые F-16 из Нидерландов прибыли в учебный центр в Румынию. Там будут обучаться наши пилоты. А как вы считаете, когда мы услышим другую главную долгожданную новость о том, что эти F-16 появятся уже в Украине? Ну, в Америке уже летают наши летчики, проинформировали. Но я хочу сказать, что надо разделять информацию о том, что в каком состоянии. И она осуществляется с подачи американцев, которые в этом смысле эту информацию задерживают. И мы видим по, например, атакамсам, то есть принятие решения, и закрытой части было еще в августе, и потом неожиданно уже было применено. Поэтому я сторонник того, что все-таки с самолетами 4+ поколения будет такая же история. То есть они появятся, не знаю уж, насколько будут сразу применимы их возможности гораздо раньше того, что объявляется. И дай бог, чтобы это было не только неожиданно для нас, но а также для их применения было в первую очередь неожиданно и эффективно для нашего противника. Спасибо вам. Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», был на прямой связи с нами. Благодарим.